продаже автомобиль Volkswagen Tiguan 2018 года, объем двигателя 2 литра, автомат, полный привод. На автомобиле установлен полный электропакет, мультируль, подрулевые лепестки, мультимедиа с экраном, также на автомобиле установлены датчики парковки, камера заднего вида, подогревы передних сидений, подогрев рулевого колеса, раздельный климат-контроль, кондиционер, кнопка старт-стоп, электронный стояночный тормоз, электропривод пятой двери. Кожаный салон. Также подогревы сидений у заднего ряда пассажиров. Капот автомобиля обклеен бронепленкой, защита от сколов.